Всем привет, на канале Александр М. Брест. Сегодня у нас в гостях скилл 16-10, мастер линии. Это у нас миксер. Не работает. Ну и естественно, давайте разбирать. Для того, чтобы разобрать наш корпус электрики, нам необходимо открутить вот эти вот шурупы, потому что они вкручиваются как раз именно в этот пластиковый корпус. Поэтому после того, как мы это все дело раскрутили, можем уже разбирать пластиковый корпус. Вот, то есть раз, два, отверстие именно под шурупы, которые вкручиваются через корпус редуктора. Давайте потихоньку вынимать содержимое. Естественно, смотреть. Чтобы провода нам не мешали, подключаем. Здесь у нас все на быстросъемчиках. Оп. Миксер наш перестал работать просто потому, что у него закончились щетки. Поэтому давайте вынимать щетки. Опа-на. То же самое со второй. Щетки в миксере стояли уже не родные. Можем видеть, что здесь первоначально был проводок, который, видимо, люди оторвали. И щетки доработались до провода. То есть так делать, естественно, не стоит, потому что можно спалить из-за этого ротор. После извлечения щеток можем просто спокойно вот так снять наш статор. И обратим внимание на коллектор. Покоцанный, некрасивый весь. Подшипники тоже нехорошие, кстати, надо будет сразу поменять. Но перед тем, как все это делать, обязательно продуйте инструмент. Ну, продул я это чудо техники, насколько это вообще в принципе было возможно. И теперь давайте извлечем якорь, чтобы проверить этот подшипник. Снимается якорь просто. Берем и тянем. Опа-на. Ну, этот подшипник, как ни странно, вообще в идеале. Ни люфта, ни шума. Поэтому его менять не будем. Меняем нижний. Но перед тем, как приступать непосредственно к ремонту, давайте посмотрим на наш редуктор. В редукторе у нас графитка, походу, заложена. Шестерни в идеале. Подшипнички тоже. Вот наши шестеренки поближе. То есть никаких признаков износа нет. Все зубья как новые. И на большой, и на маленькой шестеренке. Значит, давайте менять подшипник. Ну и чутка подправим, без фанатизма, подправим коллектор. Потому что его немножко подкоцало. Как всегда повторюсь, при наличии съемника снимается подшипник крайне легко. Попытался очистить шахты для щеток с помощью тряпочки. Не вышло. Поэтому берем надфиль. Ну и естественно чистим до блеска. Опять же, без фанатизма. После того, как щеткодержатель почистили, поставим ротор на место. Чуть-чуть покручивайте и просто давите. Вот и все. Теперь возьмем статор и подключим к нему наш щеткодержатель. Затем ставим ротор и поставим наши щеточки. Ну а теперь можно подключать провода от кнопки. Не забываем подключить вот этот проводок на корпус от конденсатора. После того, как все это дело подключили, давайте аккуратненько все это дело ставить. Так. Значит, в корпусе пластиковым у нас под щеткодержатель предусмотрен паз, в который мы должны попасть. Если не попасть
щеткодержателем в паз, то он станет наперекос. Ну, естественно, щетки не попадут туда, куда надо. Ну, и, в принципе, корпус-то и не закроется. Поэтому цельтесь обязательно. Ну, а теперь заводим провода. Для проводов у нас тут куча пазов. За кнопочка есть везде. После того, как завели все это дело, давайте покрутим чуть-чуть. Все крутится, зашибись. Поэтому можно еще раз перепроверить, чтобы не было косяков. Вот. И накрывать корпусом. Все. Сошлось, все зашибись. Поэтому давайте скручивать. Ну вот мы наши чудо-техники обслужили, поэтому давайте проверять. Как новый. Так вот, блин, перед тем, как нести в ремонт, ребят, хоть чуть-чуть чистите свой инструмент. Ну, а я надеюсь, что весь ваш инструмент гораздо чище, чем этот миксер. Поэтому подписываемся на мой канал, делимся этим видео, ну и хватит.